Всем привет, с вами Макс Риск, я играю в старую игру, гейм уже как видите 3 года, но вот значит вычисли и посади в тюрьму того, кого ты знаешь. Пока я ничего не знаю. Мы ждем, а пока мы смотрим катку. Учимся, так скажем. Вроде мафия и бежи одного гражданина, а днем происходит голосование, на котором в тюрьму сажают самого подозреваемого игрока. Твоя задача вычислить кого-то. Вот мне тут еще. Твоя задача вычислить. Потом. Давай почитаем. Твоя задача вычислить и посадить всю мафию. Остается каждый, может быть, гражданам и выживанием. О, я купил. Классно. Я обычный такой игрок. В живых. Оставь как можно больше граждан в живых. Я понял. Оставляй больше граждан в живых. Точку. Пишем. Так, смотрим, значит, что. Я играю за плохих. Я могу найти мафию, кстати, достать пистолет и стрелять, между прочим. Я ничего не буду делать, потому что там я двуликий. Обычный чувак. Главное, что комиссар не напал, и эту мафию еще не заморозили. Всем, ну куда? Опасность. Я существую. Поздравляем в сообществе мафии. Что? Какое сообщество мафии? Вот такой вот чип ключил. На тогда. Мафиози, да? Да, мы вместе. Да! Мы мафия. Потому что сказали чип какой-то, кинули. Штуки бывают разные. Вот. Многовато, кстати. О, акция там бывает. Гражданин! Так, я должен знать, куда пойти. Я должен найти маньяка, там этого, заморозку и все, чтобы дали оружие. Я стрелял уже, блин, не выиграл, блин, за эту команду. С ним идти мы должны. Ну, откуда я знаю, кто он? Маньяк тяжелый, чувак. Убивает. Когда двуликий остается последним из команды мафии, он сразу получает пистолет. Теперь исход игры зависит только от тебя. Дождись ночи, чтобы начать убивать граждан. О, так это гражданин. По-любому, коп один, так что мне легче становится. Потому что били мафию, ну так босса. Маньяк убил. А, маньяк жив. Так, Энеки, Бенки или Варенька, говорят. Пам! 3, 2, 1, успеешь? Да. Все, голосуем. Как-то сомневаюсь в этом, да? Как будто я двуликий. Думаю, что это враг. Потому что я мирный. Я двуликий. Настала да. Ночь. Это значит, что пора убивать граждан. И класс. Помни, что ты самостоятельный убийца. И должен выбирать разные с мафией цели. Выбери игрока и нажми на кнопку рядом с его ником. Отлично. Продолжай убивать граждан. Чё? Граждан выиграли. Я знал. Коп знает все. Так, закрепим контакт, там есть социальные ссылки. Там все чуть пухнет, также подпишись на мой основной канал Макс Риск на этом канале. Просто пиши Макс Риск в ютубчике, в описании там, за какой-то комментарий, заставка. Так, ну что, я теперь играю за гражданина тут. Будем строить катки тут и играть одновременно, будет шикарно. Так, пишешь что там, понятно, не вижу, да? Не вижу ничего. Ну, сколько там времени? Реально. Будем так затягиваться, будет жестко. Там катка будет потом большая. Желательно, когда большая катка, играй за мирных, потому что так ждаешь. Так, кого он прогрессирует, типа того. Больше там такая себе каточка, но это Макс Рис в детстве играл, что скажу. Не ходите ночью комиссар. Не ходил ночью комиссар. Скорее всего, его кто-то обозрели. По-моему, это тёлка. Она хотела отдохнуть дома, поэтому все такое. Что-то так сомневаюсь в этом. Только минный ролик, 10-минутный ролик. Нормально, что он скажу. Ты реально 10-минутный ролик записываешь?
Маньяк, хочу быть, да, 20 копеек трачу. Я посмотрю, когда ты записывал, помню сегодня. А, ну да. Верю. Интересно. Потом Гарю посмотрим, вот так пока. Так, ну что, голосуем за него мне. Такого выиграл, я не знаю, нужно досмотреть. Просто ролик уже не выйдет, да? О, мирнее. Хай, будем чисто, знаете, кем? Бомбой, который бомба будет. Всех руби, давай сразу бам делаем. Кто мне нравится, чувак мне нравится. Все, я Христина, бомба. Взрывай меня, да. Типа того, тем более кто-то купил маньяка, нахуй. О, за мной давай. Ха, напишу. И все-таки. Мне нравится эта игра, слушайте. Так, за меня не голосовать, блин. Говорят, что впереди не голосуете, помните? Я вас напугал, я бандит. Я хочу быть этим бандитом, который ворует монеты. И в конце игры вам не дают столько много монет. Вор ворует. А я нажимаю приговорить. Я злой. Итак, я ходал. Это мафия. Это кто? Граждан. Как? Давайте убивайте меня. В этой игре я хочу, чтобы меня убили. Пранкер. Играет за граждан. Не заморозь. Прекрасно. Эх, меня заморозили. Ну ладно. Посмотрим. О, голосую, давай. Кто голосует за меня, не понял, блин. Кому тогда сразу подставу, блин, ввести, а? Йоу. Попался. А пока реклама. Так, некоторые в сети смотрят закатка, но я снимаю, и все такие, ну ничего, снимаешь. Кстати, мне интересно, сейчас мафию непобедимую снимают игроки? На часик там не снимают. Хочу узнать, просто по кайфу узнать. Будет много просмотров, лайков. Желательно, конечно, что были. Эй, кто меня заморозил? Кто меня убил? На, блин. Так, а теперь пиши. Еще найдем. Мафия? Ой. Непобедимо. Ну, для начинающих вообще шикарный просмотр. Ну не так уж и много, нормально. Будем узнавать вместе, давайте. Ну, как-то недавно. Че, блин, играете на их? Так, а ты шо? А, в эту? Мафия непобедима, играем по грязному. По грязному. Узнаю чувака. Просмотр нормальный. Что, когда ты снимаешь? Покажи аналитику. Что, не будем? А, во как. Эй. Я тебе потом напишу. Эй. Матом. Тише, школьник. Валя. Так, а дальше? Ну вроде я вижу, что там. Ну я раньше, мне угодно за ролик. Понял? Понял, блин. Я тебя выиграл. А что не будешь просмотреть? Школьник. Ты школьник? Или кто? Я тебя прощаю, если ты не школьник, ты еще просмотр. На, держи. С такое просто подписка. Так, ну что, давай еще одну катку. Хочу узнать, можно снимать? По-моему, да, можно. 10 месяцев. 4 месяца. 6. Мафия непобедима. Ну ладно. Давай месяц, пожалуйста. Найдете такой ролик? Нет? Ладно, забей. Давай вот. На, я хочу быть таким. Да я все хочу. Денег не жалко. Год. О. Мафин в ее первое знакомство с игрой. А я раньше, а я 3 года назад, фак, я 3 года назад, блин, танцевал. О, не, ну есть просмотр. О,
Thank you. Да. Отвечу. Ничего подозрительного. Я всех вырву, если я буду просто молчать, буду просто обычным. Окей. Воля ответь. Обычный человек. А, ну тут у нас как-то по-любому. Посмотрим, да, пиньян. Майк не помню, 8 месяцев назад, сколько тебе подписчиков? Во! Сколько просмотров дал? 5 просмотров, нормально подписку, все, я снимать пошел, пока, чувак. Ура, тащили за сезон. На, я хочу тоже добавить. А чё, мы так и не спать? А что если реально ссылку кинуть? Нельзя, ладно. Так, ну что, детишки? А я не знаю, пора. Я маньяк. Все тоже снимают, но я раньше начинал, что молодые каналы. Пьютон играет за мафию. ВВ Пьютон. Я был у доктора. ВВ Пьютон, да? Давай-ка. По-моему, это нарокоп. Он же медленнее всех. Ну или потом Элиоткоп. Почему так? Потому что я 3-4 года играл. Я 4 года играл. Играл и играл. Ну или откоп, или откоп. В общем, я думаю, что Энки-бенки или вареньки. Вообще не знаю, где хороши. Хорошие люди. Этих нужно. Вот это сначала понимаете, вот это, эти вот. Это. Всех нужно, да? Всех нужно. И копа сначала, чтобы они раскрыли. Ча мастер. Все, мафия минус, отлично. Но копа хочу. Ну, я понял, я понял. Вкусный коп. Я к тебе гости. Офигенно. Давно не играл в эту игру, но сегодня я поиграю в эту ниндзя. Как называется? Мафия непобедимая. Сколько лайкосов у них там? Ну, один балл статовать, битюню, блин, станет. Хейтеры, блин, русский ставит сюда. Тебя убили. Что делать? Жизнь маньяка хороша, но коротка. Не переживай. В следующей игре ты точно победишь. Мафия? Твою мать, тут что не отходил? Я снимаю, блин. Ладно, прекрасно. Это запрещенка, когда знаешь его. О, смотрите катку лучше. Когда будет звук, то вернем свою катку. Топ не напрягает еще время. Играет за граждане. Ну, победили. Ура! Макс Лис победил непонятным образом. Ну, что один, конечно. О, а то мы вообще 1000 раз сидим. Отлично. 1000 раз за сезон. О, билетик. Вы получаете письмо от босса мафии. Шикарно, я ждал 1000 лет за сезон, блин. Кстати, я хотел бы оценить этот голос у чувака, я помню, не хочу полить полностью. Антонов, ты права на меня, блин. Понадобишь. Хочу своей роли. О. Только зелененькие. Говорят, что зеленый цвет то выбирает, это умный. Очень. 16 плюс. Реклама. Ух ты. Я пранковал там. Когда ставил монет, я сразу тоже ставил, что потом в будущем. Ты нажал, тот проиграл. Это челлендж. Друзья, когда будет такой звоночек, то мы с вами будем играть еще одну игру популярную. Вот такой вот. Чтоб друзья другие тратили деньги. Это моя тактика, чтоб тратить деньги на другие. А то знатели достали меня. Они даже до сих пор тут. Я в шоке. 3 года назад. Я плачу, читаю. Было 2 года назад. Теперь 3. Значит, ну, давай пропустим. Чем не убили? Игра началась. Кто будет нажимать, то будет с ним играть. И так, чтобы у них деньги кончались. К
кончались и кончались. Но никто не хочет говорить. Никто. Ладно, я не против. Ха. Доктор, блин. Ох ты. Ну что, блин? Карту раскрыли вам роли. Рождение. Пранкер, блин. Где этот фрикинс? Фрикинс. Карты Тора сразу говорили. Не бывает такой обманщик. Так, ну что, я доктор тебе, блин. Ах, кто тут такой-то голос? Понимаю же все. Ну, мы на меня все было. Я доктор. Так, кто на меня? Слышь, блин, ну ты шо? Эй. Слышь, блин. Ох тебя. Управляем вот здесь, чука, ответь мне. Он такой, чё? Ну все, блин, я тебе не буду давать, доктор, понял, блин? Понял. Так, Энки, Бенки или Варенки? Мафия играет у тебя. Я буду их, чтобы было больше просмол. Коус, Кайто, Фактикал, все чипы. Похоже, что тебя заморозил босс мафии, лишив ночного хода и возможности писать в чат. Не отчаивайся и жди следующую ночь. Так меня убили. Мафиози был май. Скотина, так ты ж тот. Потом посмотрим. Я врываюсь в YouTube с мафией, понятно? Валентина уже скоро. Когда буду Валентина? 2021 год. 2017 год, привет, Валентин. 2018 год, 2019 год, 2020 год, пока. 2021 год, привет. Че, блин, время летит так быстро? Годы. Годы. Это ж только чтобы обвинение было. Зачем им покупать паспорт, чтобы изменять? Да я не богатый. Я спешу ролики, пару штучек, вот и все, он будет по кайфу. Старый гад, блин, смотри, что скажу, мне брать, я блин. Сколько времени? Нет, еще есть время. Длинные ролики, а потом уже короткие. Видите, мой банди сам, он как некрасиво. Не так удобно. Так, это чувак мафии. Все. Он меня просто убил, поэтому логично. А, так можно двигать, угадь вам. Сержант, блин, бухом. Написал личку или что? Привет, написал. Привет, написал раньше. Так что он капал. Я кайфовал. Это понял, чувака. Да, 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 да. Офигеть. В укрытие нажимаем. Вор забрал все деньги. Вот если был бы я им таким, я бы затащил, честно. Меня сейчас все убивает. Итак, друзья, я считаю, что этот чувачок майф. Они играют. Я ржу полчаса. Та блин, что блин, девка та блин, нормально. Понял. Чтоб такое не видел YouTube. Капец, бьют кота. Вот что это такое? Пожалуйста, все. Нажал кнопки пару штук. Все. Я считаю, что это мафия. О! Капец, классно тут катка, чем тут катка. Ну что, два деньги потом. Ну что? Если секунду еще осталось. Так, а тут-то уграть. Давай, блин, Макс Рид, смотри до конца ролики. Я только вторую серию смотрю, блин, тяжело. Или третью, я не помню, как. Че ты серии пишешь? Я уже пишу длинные названия, длинные написания, теги, все такое. Чтобы продвинуться, конечно. Ну я же говорю вам, это мафия. Мафия, не мафия. Стоп.
Я не знаю, кто там был. Бронза. До сих пор я бронзец. Я хочу выйти с бронзы, настало. Я не хочу быть в бронзе. Фу, блин, не нравится просто. Фу. Вот, 2 дня карты, кстати. Ты на паузу выключу, нет. Да, ну конечно, блин, ну мафия. Все. О, мафия еще. Знаете, мы просто мастером были. В то время. О, на. Вот, двигать можно. Вот, покажу. Только в окно именно, вот так нельзя. На. Ой, не, вот так вот красиво. О, вот можно ставить там вот. А, просто вот так. Хай! Вот пацаки. Хай. Вот. Не ври. Да что мне не гордеть? Сейчас наезжу, блин, на тебя, блин. На. Игрок парализовал при помощи удара экстри. А, так на меня парализовал? У меня была защита. Знаешь, блин. Деньги только тратишь. Сколько стоит эта штука? Парализовал. За штука, блин. А, в сундук, да, парализовал. Ладно, я не против. Ого, бомба. Я на кого-то напал, блин. Вы парализованы, вы не можете писать в чат и голосование. Сколько дней, не понял. 2 дня. Будущая игра. Я хочу, чтобы у меня была такая же игра в будущем. 2 дня, доработки там будут. 3 года я вам достаточно, чтобы делать успешную эту игру. Сделал. Но пока без ника уехал на автомобиле из города. Чё напишу? Сейчас тебе скажу, блин, без ника. Ой, ты Бравлик играет за мафию. Вот, отправляем личку на. Класс. Нравится играть в мафию. Может так посмеяться, может даже так расстроиться. Что за дичь? Экстра показал. А, я понял. А, на кого? Они, а все голосуют. Так, да, продолжим. Так, Макс Рист. Давай. Че, уехал? Знаешь, блин. Эй, бро! Бро! Дай, дай денег, ПЖ. Я бомж, не бомж. Ну. Прикольно контент будет. На. Он не понимает. Думаю, что я школьник. Отлично. Люблю таких. 2 месяца. Сходите, блин, лям. Дай мне кусочек, блин. Да у меня все канал такой есть, не хочу стать. Так, на, бля. Ой. На, блин, мафиози, давайте за него. Да, за него. Когда я помню, когда писал Айнс, тихо-тихо, успокойся. Конечно, он напишет. Поздравляем в сообществе мафии. Понял. Так смешно, понял. Чапу. Эй, дай мне такую роль. Смертельно слишком долго молчали. А где он? А он. Оправдать. Я тоже хочу подозреваем быть. Так, а что это сообщество, блин? Ой. Ты. О! Блин. О, продолжу, давай. Кнопки мне нравятся. О, 10-е место. Добрать теги. Друзья, чем чаще мы играем, тем больше награды. Отлично для контента. Давай, блин, не ссорься. Ух, долго играть. Там ваш не геймер, блин. О, давай, до конца посмотрим ролики. А Гарри тоже поиграем. Да. Окей, я немножко поиграю. Немножко. Но не сегодня. Потом денег. Кто не платит? Я готов. Нет, его. Сейчас как замучу вор, обезврежу всех. Так, смотри, Макс Риск. Когда это ролик?
Понял, это и ролики, и заканчиваешь, и все, бьешь отдыхать. Хай! Хреновская игра, тема стрим. Так я смотрел, да? Вот реально спамят. Все, заканчиваю. А кто выиграет? Интересно. А закончил? Зачем? Я не знаю. Бредот. Так, друзья, следующий завтра я продолжу. Сейчас последний раз катаем катки, все. Всем привет. Так, я маньяк напишу, да? Написать, кто такой вор? Не, напиши, кто такой бомб. Что это значит, если у меня бомба? Зачем написать? Играть за мафию. Без ника играть за мафию. Везуха, чел. Тебе везуха. Вор. Мафиози были вором. Потерялся. Прямо в клан. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. Продолжаем завтра. Всем пока.